где это пошло с детства. Было очень много репродукций разных музеев, разных картин, разных художников. И я любил с детства, значит, ставить ту или иную пластинку, которая совпадала по эпохе. И вот однажды, поменяв музыку, я обнаружил совершенно иные грани картин и иные грани тех художников. Мы пытаемся представить знаменитые полотна выдающихся мастеров сквозь призму различных музыкальных эпох. Шагал у нас один из художников, заявленных в нашей программе. У нас также будет и Боттичелли, Караваджо, Климт, Клод Моне. Если мы говорим о чуде художественном, то это чудо, ну, в общем-то, оно осязаемое. То музыка – материя сиюминутная, которая рождается здесь и сейчас. И если мы повторим, например, то или иное сочинение на следующий день, да даже через час, мы не сыграем его уже точно так же. Призму мы будем менять, то есть мы будем играть музыку, которая соответствует этой эпохе, и музыку, которая не соответствует этой эпохе. И вы увидите, насколько по-разному будут высвечиваться эти картины. Это такой эксперимент, где зритель будет составной частью вот этого самого концерта. Попытаемся, наверное, здесь помочь вот слушателю, ну, увидеть какие-то, может быть, новые грани, какие-то новые идеи.